Бездыханное тело мужчины сотрудники МЧС обнаружили не сразу. Из-за плотной дымовой завесы им приходилось буквально на ощупь проверять каждый метр в квартире. В итоге человека они нашли в самом дальнем углу зала, недалеко от очага возгорания. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра, поэтому с огнем справились считанные минуты. Тем не менее, густой дым продолжал проникать в соседние квартиры. Жильцы, кого выводили пожарные, успевали не только прихватить с собой документы, но и теплые вещи, чтобы дети не замерзли на улице. Но сначала было не сильное задымление. Мы думали, что эвакуации не будет, а потом задымление вот уже с марли выходили. По словам соседей, квартиру, где произошел пожар, готовили к продаже. Для этого внутри один рабочий делал капитальный ремонт. Трудился уже больше 2 недель. В эту ночь он также работал допоздна. А хозяйка вообще, чья квартира, она живет в Вятских Полянах. Они ее собираются продавать. Вот он мне говорит, там кто вот прокупает, они хотят изменить. Вот здесь сломать, это сломать, вот здесь увеличить, здесь вот так. Он мне вот рассказывал о квартире. В результате пожара сгорел диван, на котором спал рабочий, и часть вещей. Обычно причина подобных ЧП – неосторожность при курении. Что именно произошло этой ночью, еще предстоит выяснить дознавателям.